Infinity Nado. На канале Кирилл. Привет, привет! И у нас тут сегодня настоящая банда. Кирилл с Филиппом позвали своих друзей. Это Даня, вы его уже видели с нашим челленджем с бравлом. А это Алёша, наш сосед. Всем привет! И мы сегодня снимаем, как вы уже догадались, у нас две арены. Мам, у нас еще третья арена есть. Еще третья арена есть. Мы сегодня снимаем Super Battle Infinity Nado. И это будет не просто батл, а мега-сражение. Этот челлендж называется Infinity наугад. Infinity наугад. Сейчас вы можете посмотреть, запомнить, постараться, кто где лежит. И когда вы будете выбирать, тогда уже назад дороги не будет. Вы будете сражаться тем, что выберете. Ну что, Дань, ты запомнил? Так, подождите. Филя, запоминай. Нет, нельзя так брать. Мы не так будем, Филя. Так, запоминай, что здесь громовой конь. Нет, громовой конь, мы его забыли зарядить, поэтому он не участвует в бою. Ой, нет. Тут у нас запасные детали лежат. В первом туре у нас сражается за первой ареной Кирилл и Данил. Пожмите друг другу руки. Так, и во второй арене у нас сражаются Филипп и Алексей. Тоже пожмите друг другу руки. Алёша и Алёша. Алёша и Алексей — это одно и то же. Infinity Nado. То, что запомнил. Давай, Кирюха, выбирай, какого тебе инфинити. Куда ты пошел? По памяти. У нас три ряда вниз, и вправо у нас семь рядов. Выбирай. Мне средний ряд, пятый номер. А тебе, Даня, говори. Мне второй ряд, шестой номер. Все, считаем. Итак, смотрим, как вы запомните. Так, средний ряд. 1, 2, 3, 4, 5. О, Кирюха, это, кажется, магнитный волчок. У тебя все шансы на победу. Так, а Даня, ну, получается, я был пятый, у Дани шестой. О, ну это тоже очень круто. Это же из крека, этот огненный клинок. Готовимся к бою. А теперь мы выбираем запускалки. Давайте. Кирюха, свой магнитный. Это получается, ты сможешь его перезапускать? А у тебя разве этот запускал? Да. Кирилл, проверь. У него да, не... да, да, да. Разве синяя? Да. Готовы, пацаны? Да. Кирилл, один раз можно перезапускать. Один. Раз, два, три. Надо! Да! Ну давай, давай. За кто за кого болеет? Филя, ты за кого болеешь? За Кирилл. За Кирюха, Алёша. Лёша за кого? Давай, давай, давай. Выиграй, выиграй. О. Я тебе сейчас перезапущу. А, ну один раз только можно перезапускать. Да все, не надо. Кирилл, долго, ну долго, давай честно. Сам себя и обманул. Сам себя и обманул, Кирилл. Кирилл, зато клубники поешь. Ты в первом бою выиграл? Ю-ху-ху. Класс. Infinity Nado. Теперь пришла очередь Алёши и Филиппа. Филя там да. Подглядывает, похоже, да? Но ты запомнил, какого ты хочешь да. Взять? Все, беги туда. Пацаны, ваша очередь. Филя, выбирай, какой ты хочешь? 3 и 6. Третий ряд, шестой волчок. Да. Ладно, Алёша? Третий ряд, пятый волчок. Ха, пойдем посмотрим. Так, третий ряд. Ой, я бы этого выбрала. Раз, два, три, четыре, пять. 6. Шестой волчок Филиппу. Алёша, я знаю, кто тебя раздолбит. Это же самый слабый волчок. Я уже понял. Но если Филипп будет так же хитрить, как Кирилл, то он тоже может проиграть даже такому слабому волчку легкому. Кирюх, ты понял, что так не делается? Ты взял долго-долго его перезакручивал, а потом еще на бушку запустил и сам проиграл из-за этого. Вот-вот. Ну что, участники батла, вы готовы? Я его порву, мелкий я его порву свою красивую надо. Красота не важная. Конечно, самое главное — это мощь и сила и запускания. Сила. Так, Кирюха, ты за кого болеешь? За брата или за соседа? Я за Фильку. За Фильку. А Даня? Я соседа его поддержать. За соседа поддержать. Отлично. Что, поехали. 3, 2, 1. Надо! 1, 2, 3. Филя, ну запускай. Ой. Все, с первого раза. Я на бошку ему свалила. Ну потому что у тебя очень мощный надо. Филька, поздравляю, ты выиграл. Что замечали? Вот эти мечи. А, да, там они мелкие. Да, ты когда закручиваешь, они начинают выпускаться. Ну и завод. Да.
Победите Надо. А теперь во втором туре будут сражаться победители первого тура. Это Даня и Филипп. Так, вы готовы? Сейчас я перемешаю волчки, и во втором туре уже нельзя будет... Да, и уже во втором туре нельзя будет запоминать. Будет... Будете играть тем, что попадет. Так нечестно! Филипп, говори, какой тебе? Первый ряд. Шестой уровень. Так, а Даня? Первый ряд. Первый уровень. Ух ты, пойдемте посмотрим, очень интересно. Первый ряд, первый уровень. Даня, ты же этим же сражался. Да ё-моё. Опять он же. Ну слушай, ну он тебе принес победу. Я помню, там это как-то было. Медведь это был. Боевой. Разве? Нет, это же не медведь. Нет, это был тогда, был тогда. А, был тогда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Филя, тебе достался мой любимчик. Класс, ты доволен? Это же огонь. Ой, какой там кулак, воздушный кулак. Воздушный кулак. Итак, второй тур. Три, два, один, надо! Но сейчас уже будет повеселее, давай, повеселее. Давай. Кирилл, Даня, давай, давай. Ты что, за Даню теперь болеешь? Да, да. Филя, ты что замер-то? Филя, ты замер. Давай, давай, отлично, отлично. Главное еще можно попасть в ловушку, понимаете? Здесь сила тоже нужна, осторожно силу применять, потому что иначе можно в ловушку попасть. Воздушный кулак. Даня, чуть вперед. Ты чуть, Даня. Давай, давай. Кто, кто, кто? Даня! Ну что, Даня, ты опять выиграл, я тебя поздравляю. Крутяк, ставим лайк, чтобы поддержать Филиппа. Филя, не расстраивайся, ты сражался очень... Ты круто же сражался. Давайте поддержим Фильчику нашим лайком, мега-лайкосиком. Давайте. Даня, ты где? Без тебя лайкос, не лайкос. Давайте Филе поставим лайкосик. Давайте мега-лайкос. Давай, давай. Ну, ну, ну. Ну. Ну все, Филипп, теперь тебе точно будет всегда вести в инфите. Так, теперь время настало выбирать волчок Кириллу и Алёше. Давай, Кирилл. А, подожди, эти-то вернем. Инфинити надо. Итак, второй тур и ваш выбор. Давай, Кирюха. Я, кстати, их все перемешала. Так. Второй ряд, четвертый. Второй ряд, четвертый. Стоп. А Алёша? Первый ряд, четвертый. Так, первый ряд, четвертый, второй ряд. Так, у Кирилла второй ряд, четвертый. Один, два, три. Нормально. Из крека, искрящиеся бабочки. А у Алёши раз, два, три, четыре. Тоже неплохой. Только вот на такой вот, который для веревочного боя, да. И надо заглушку. Да, все, я сейчас поставлю. Поставь заглушку. Что не повезло, Ки? Да, не повезло? Теперь, почему? Да. Это классно. Ну, если высоко будет ставить, то тем более на тонкой заглушке. Это Алёше не повезло. Почему? Это тоже классно. Это два очень сильных... Ну, если на тонком наконечнике и высоком, то все. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас еще же зависит от силы запуска. Ну что, бойцы, Инфинити надо, вы готовы к бою? Да. Покажи Алёша свой. Продует. Вот он, на длинной запускал. Алёша продует. Ну посмотрим сейчас. Три, два, один, надо! Ну давай. Быстро, быстро. Алёша, ты плохо запустил. Ну видишь, у тебя еще такая вот, получается, наконечник такой не очень. А теперь, пацаны, будет подарок за второй тур. Но мы будем его выбирать точно так же. Итак, так, встаньте, а я покажу нашим подписчикам, какие подарки. Подарочки я сейчас еще раз перемешала, чтобы дети не подглядывали. Первый выбирает Данил, так как во втором туре выиграл Данил. С первой по пятой, давай. Четвертый слева. Слева или справа? Справа. Раз, два, три, четыре справа. Та-ра-та-та-та-та. Ну как тебе твой приз? А слева что было? Раз, два, три, четыре. А ты выбрал справа. Раз, два, три, четыре. Емелью хотел. Так, Даня следит за тем, чтобы они не подглядывали. А я опять меняю местами я тут. Я пока бананчик поем. Кирилл, выбирай слева или справа. Слева. Слева какой по счету? Второй. Слева второй. Слева второй. Руку протягивай. Тан та 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 тан тан та 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 тан тан та 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 та. Е! Что, ты хотел огурец? Да. Ну ешь. Ну как, нормуль? Да, все, Филя, твоя очередь. А давай, только не подглядывай, какой? Третий. Слева.
Вернее, справа. Третий справа. Раз, два, три. Тан-та-та-та-тан-тан-та-та-та-тан-тан. Что, ты конфетку Миллер хотел? Так, Алёша, ну давай. У тебя проще, у тебя просто слева или справа, говори. Слева. Слева. Лёша, тебе-то больше всех повезло. Ты проиграла, тебе самое вкусное досталось. Мама, а Лёша делится? Ну, не знаю, если он с тобой поделится, попроси его. Сейчас у нас будет еще третий тур. Самый интересный. Надо. А теперь третий тур нашего супер-мега-батла. Infinity надо. Кто первый? Филя. Ну давай, Филь. Первый ряд. Так. Шестой Infinity. Первый ряд, шестой. Первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну нормально, тебе досталась искрящаяся бабочка. Отлично. И она долго крутится, вот потому что дырки тут. Да, так, Даня, выбирай ты. Так, не подглядывай. Первый ряд, первую строчку. Первый ряд, первый. Ну, тебе сегодня ну, от этого вообще везет. У тебя другой был, но этот медведь тоже похожий на него. О-о-о. Нормально, нормально. Всё. Кирюха, давай ты. Алёша, выбирай. Второй ряд, четвертый инфинити. Раз, два, три, четыре. О, ну тоже классный, только надо для него заглушку поставить, держи. Отлично. Я его выиграю. Кирюха, теперь твоя очередь. Не подглядывай, выбирай. Четвертый ряд, пятый инфинити. Какой четвертый ряд? У нас всего третий три ряда. Четвертый инфинити. Третий ряд, четвертый инфинити. Один, два, три, четыре. Нет. Ну, кстати, неплохо. Это кто этот? Акула. Акула? Все, заряжаем. Итак, в третьем супер батле у нас встречается. Покажи, Леш, у тебя огненный дракон. Даня, у тебя кто? Боевой медведь. Делвармеха, боевой медведь. Филя, у тебя кто? Искрящаяся бабочка. А у Кирилла? Призрачная акула. Итак, вы готовы к бою? Да. Сейчас будем сражаться за супер-пупер подарки. И теперь каждый сам за себя. Итак, 3, 2, 1. Надо! Не, так не то. Потому что Филипп вообще позже всех. Давайте еще раз. 3, 2, 1. Поехали! Вот, кто-то попал в ловушку кто-то попал. Я бью. А кто в ловушку? Даня, да, что ли? Да, Данька попала. Я всех смотрю, еще подбивали. Нет. Так, филин. Блин, а это чей был? Мой. Yes, я выиграл. Ну все, шло время награды. Ребята, мы надеемся, что вам понравился наш супер батл челлендж Infinity надо. Не забывайте подписываться на наш канал. Для этого вот на эту вот красненькую кнопочку нажимайте под видео, если оно у кого-то до сих пор красное. И когда вы на нее нажмете, у вас появится колокольчик, и надо обязательно нажать на него. Да, чтобы потом посмотреть еще все наши видосы. И поставьте лайк. Вот такой лайк. Как рикошет. Все, ребята, до скорых встреч. Пока-пока. Пока.